Личная база отдыха на месте археологического памятника. В Тарском районе государственный инспектор Рыбнадзора прибрал к рукам землю, на которой ученые нашли древнее поселение. Кнопки побеждают шашечки. Уничтожит ли американская IT-компания Uber традиционный рынок такси в Омске? И стоит ли ждать пассажирам снижения тарифов? Нашествие покемонов. Весь мир сходит с ума по карманным монстрам. Россия на очереди. Как дополненная реальность подменяет обычную. Смотрите «Омск здесь» в субботу в 20 и в 23.30, а также в понедельник в 7 часов утра.